Здравствуйте, друзья! Хочу рассказать вам о своем домашнем питомце. Это йеменский хамелеон. Довольно неприхотливое домашнее животное в содержании. И, как видите, он является, в принципе, довольно ручным. Чувствует себя комфортно у вас в руках. Довольно-таки дружелюбный. В содержании очень-очень простые. Едят немного, в среднем уходит на их питание около 2 долларов в месяц. Вот. Растут очень быстро, вот этому экземпляру уже примерно 1,5 года. Вот. Живут они, самцы, около 4-5 лет, самочки, насколько мне известно, на годик побольше. Вот. Зовут его Гулливер, потому что у нас их было 3, и он был самым-самым большим из всех. Растут они посредством того, что сбрасывают шкурку, кожицу, то есть линяют. Вот, можете смотреть. Вот. Если видите, сбрасывают кожицу, значит, начал расти. Когда они маленькие, они делают это гораздо чаще. Каждые 2 недельки он у меня сбрасывал кожицу. Вот. Соответственно, их рисунок после этого он немного меняется. Когда они маленькие, они совершенно, ну, не имеют никакого нательного рисунка, просто однотонный такой салатовый зеленый цвет. Когда огорченные, они такие, ну, почти черные. Вот. А сейчас, даже когда он находится в спокойном состоянии, можете видеть различные рисунки на его теле. Самец от самочки отличается тем, что вот на задних лапках, на пяточках у него есть шпоры. У девочек такого нет. С возрастом развивается вот такой шлемовидный гребень у него. Тоже, когда они только вылупляются, этого всего нет. Питаются в основном тараканами, мошками, сверчками. Можно разнообразить это все фруктами, листьями салата, но к этому нужно приучать их с детства. То есть в ту мисочку, куда будете складывать корм, нужно будет мелко-мелко нарезанные фрукты или овощи складывать, чтобы он привыкал к этому. Ну, и это крайне рекомендуется, потому что в наших насекомых, выращенных в домашних условиях, недостаточно витаминов. Если вы все-таки решите завести себе подобного красавца, то обязательно нужно вам будет купить витамины и кальций, потому что из той пищи, которую мы имеем здесь, они не получают этого в достаточных количествах и могут очень-очень сильно болеть. И, скорее всего, так и будет. Поэтому будьте готовы к этому, сразу запасайтесь витаминами. Очень-очень, знаете, неприхотливый в содержании. Вы можете уехать куда-то на неделю и не переживать, что он у вас будет голодный или невыгуленный. Взрослый ест около 2 раз в неделю, детки кушают, ну, почти каждый день через день. Вот. Очень такой, знаете, игривый персонаж. Очень крепкий у него хвост. Знаете, он для него является просто 5-й ногой. Очень сильно он на него постоянно опирается, когда лазает по стволу деревьев, по веткам. Ну, в целом, крайне рекомендую завести себе такого друга домой. Принесет очень много радости вам, вашим детям. И самое главное, знаете, не вызывает никакой аллергии. Такой, выглядит как какой-то сказочный дракон. Так что рекомендую. Будут вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием ответим или снимем дополнительное видео.